Проходит акция «Живая лента памяти». Наши усилия направлены на сохранение памяти о подвигах ветеранов, героев Великой Отечественной войны. Для того, чтобы имена и подвиги наших героев жили в веках и о них знали, нужно вспоминать о них не только в преддверии 9 мая, либо праздничных мероприятий, а практически, каждый день, в любой праздник нужно помнить о тех людях, которые отдали свои жизни, которые совершали беспрецедентные подвиги, защищая город, сохраняя наши уклады, наши традиции. Участники мероприятия «Живая лента памяти» могут передать памятные знаки, фотографии, письма городскому архиву. Из этих материалов будет сформирована экспозиция о памяти подвигов наших героев, ветеранов. И эта экспозиция в дальнейшем будет выставляться в культурных центрах, периодически будут проводиться уроки в школах, чтобы дети знали о своих героях.